С 19 февраля делегация Азербайджана, возглавляемая президентом Национальной конфедерации предпринимателей Мамедом Мусаевым, находится с рабочим визитом в Узбекистане. В повестке дня сегодняшнего – встреча крупных бизнесменов двух стран. По итогам бизнес-форума подписаны и соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан и Национальной конфедерацией предпринимателей Азербайджанской Республики. Для участия в деловом событии из Азербайджана приехали представители более 20 крупных компаний. Они заинтересованы в сотрудничестве в таких направлениях, как текстильная и нефтегазовая промышленность, издательство, полиграфия, фармацевтика, строительство, торговля, упаковка и другие. Разные отрасли и всю географию Узбекистана представили и 50 крупных отечественных компаний. В ходе дискуссии состоялось живое обсуждение вопросов укрепления двустороннего экономического сотрудничества, формирования благоприятного инвестиционного климата в Республике Узбекистан, а также реализация совместных проектов и программ в различных направлениях. К слову, отношения между Узбекистаном и Азербайджаном развиваются в режиме свободной торговли. По итогам прошлого года товарооборот составил более 31 миллиона долларов, в том числе экспорт 26,2 миллиона долларов, импорт почти 5 миллионов долларов. На сегодняшний день в нашей стране действует 84 азербайджанских предприятия, 71 совместное, 11 со 100% иностранным капиталом. На мероприятии особо подчеркнули, что проведение бизнес-форума, а также кооперационной биржи подтверждает стремление деловых кругов двух стран расширять взаимовыгодное практическое сотрудничество. Мы уже получили информацию, Узбекистан сильно развивается, большое строительство ведется, государство поставило цель перед строителем обеспечить весь населенный пункт водопроводом и газопроводом. Поэтому нам очень интересно создать здесь завод 100% инвестиций или совместные предприятия. По итогам встречи подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан и Национальной конфедерацией предпринимателей Азербайджанской Республики.